Всем привет! И это долгожданная вторая часть того самого видео про вязание. Я обещала, что будет вторая часть. Вот она, получите. И, кстати, хочу сразу высказать большое спасибо за такой актив на первой части. Всех люблю. Я очень рада. Спасибо! Короче, сейчас вот какое у нас? 11.09. Я сейчас продолжаю вязать квадратики. У меня осталось вот только пряжи. Вот только я уже связала квадратиков 3 с розовых ободками, 3 зелеными ободками. И мне нужно 4 желтыми ободками. Кстати, я закончила вязать вот эту сетку, кофту, короче, не знаю, где она будет, если оставлю. Я закончила вязать и уже отдала сестре лайк. Вот сейчас я вяжу 4 с желтыми ободками. Вот, короче. Всем пока. В общем, на самом деле, после пару дней, как я сняла эти видео, я заболела! Уху! Похлопайте просто мне! Я не знаю, как так получилось, но я и правда приболела, поэтому во время болезни просто думала, смотрела всякие осенние идеи для вязания и так далее. В общем, знаете. И ко мне пришла мысль, идея, что вот скоро холодно, было бы неплохо связать шапку. Что я, собственно, это делала, но эти видео будут попозже, как я вязала. Короче, после очень интересной поездки я начала приступать заканчивать эти квадраты уже, которые оставались там буквально последние ряды закончить, и все. Я просто начала вязать в тот же вечер, и вот я уже связала полоску, в шоке. Это связала всю полоску уже из всех квадратов, там по цветам, короче. Получился неплохой шарфик, вот. Короче, после, потом показываю, вот так. Потом на следующий день я начала их связывать уже. Кто оскорбляет Димочку, тот грешник, это знает каждый. Короче, всем привет, и сегодня я хотела вам сказать, показать и рассказать, как что, потому что, может быть, кто-то еще не понял. Вот такой у меня... Что это такое? А, вот такая резинка у меня связана уже. Эта резинка будет на низ, получается. И вчера ночью я довязала вот эту полоску нижнюю квадратов, которая будет цепляться вот на этот низ. Вот. Ну, я надеюсь, вы поняли, ребята. А еще решила записывать на диктофон, потому что я подумала, что так будет звук лучше. Я надеюсь очень на это. Как там в ТикТоке, вот так вот, да, держат. Круто, круто. Сегодня она попозже, потому что сейчас у меня будут уроки. Сегодня она попозже, я думаю, я привяжу вот эту полоску, что я делала. И буду делать резинку на низ. И мне еще нужно сделать резинки на рукава и вот на вот этот вырез на шею. Но я не знаю, я не уверена. Если плечики просто будут торчать, мне, наверное, придется делать рукава. Почему у меня камера слетела? Оператор. Плохой оператор, у меня нет оператора. То есть, если плечики будут типа просто ровными, это будет некрасиво, мне придется рукава, это еще плюс работы. В общем, ребята, я уже сделала весь каркас кофты, я, как видите, привязала нижний ряд, я уже сделала вот эти полуквадраты для рукавов, тем самым их уменьшила, теперь квадрат, ну и половина примерно, считай, вот. Так оно выглядит, типа тут потом будет резинка. Вот, вот так вот. По размеру он мне, я мерила, мне нормальный, поэтому не беспокойтесь. Вот, и сегодня, я думаю, вечером я закончу вязать резинку. Вот такое у меня большое. Я думаю, к завтрашнему вечеру я уже закончу. Я ей задонатил, а она в ответ. Если ты думаешь, что ты лучше Димы, но. Короче, вот покажу только резинку. Сам результат кардигана будет в конце видео, а пока посмотрите, как я вязала эту шапочку.
Кто оскорбляет Димочку, тот грешник, это знает каждый фан Димы. Уважайте интерес, друг. Вот такой первый результат у меня был, после чего я все перевязывала. Вообще, раза три я полностью перевязывала эту шапку. И это было мне нервов стоило. Но конечный результат мне все равно нравится. Даже, может, там не похож, но все равно получилось более-менее классно, красиво. Вот, если вам нравится, то поставьте лайк. И, конечно же, самое то, зачем мы все здесь собрались, это кардиган! Та-дам! У-ху! На этом видео ниточки с лицевой стороны я убрала, но с изнанки они все там еще есть. Когда я их уберу, уже будет нормально. Кстати, я сделала еще более-менее адекватный вырез, потому что там я когда мерила, он был такой не очень. Вырез, ну и манжеты на рукава, не знаю, как называется, но, короче, мне нравится, ребята, вау! Мне очень понравилось, честно. На самом деле кардиган я вязала, вообще его недолго вязать, но просто я это всегда растягиваю очень сильно, вот. Ну, я не знаю, почему так, но просто. В общем, сам кардиган получился неплохой, мне нравится, супер-дупер. Ставлю ему оценку 10 из 10. Мне было сильно лень записывать видео прощания. Всем пока, ребята, люблю, обнимаю.